Здравствуйте, подписчики моего канала и случайные зрители. В этом видео я покажу, где находится болт подтяжки тормозной ленты и что необходимо сделать для того, чтобы немного компенсировать толчки с первой на вторую скорость. Итак, смотрим. Болт подтяжки тормозной ленты на АКПП Mazda MPV1 находится в верхней левой части нашей АКПП в районе выхлопной трубы. Для того, чтобы подтянуть этот болт, необходимо иметь ключ на 14 или головку на 14 для того, чтобы снять законтрогаянную гайку. Внутри находится гайка-шестигранник. Откручиваем контрогайку на 14, вставляем шестигранник на 5 и начинаем подтягивать. Но предварительно, для того чтобы проводить манипуляции, необходимо на домкрате приподнять заднее левое колесо и, производя манипуляцию подтяжки внутри шестигранника, проворачиваем левое колесо до тех пор, пока оно не начнет стопориться. Как только оно начало стопориться, немного приотпускаем шестигранником подтяжку тормозной ленты и затягиваем контрогайку. Вполне вероятно, это поможет вам избавиться от толчков с первой на вторую скорость. Будут вопросы? Задавайте. На этом все. Вот. Берешь, получается, головку на 14, привариваешь ее к пластине, с обратной стороны привариваешь. Вот у меня на 11 было. На 11. Здесь дырочку засверливаешь, чтобы придерживать шестигранником, когда контришь. Сюда получается длинный вороток. Сверху накинул, сорвал, отрегулировал как надо. Как так?